ТОС «Перспектива» был основан Еленой Гамбоевой и ее единомышленниками в 2018 году в Загорске на территории Байкальского колледжа недропользования. Они начали с благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а сейчас оказывают помощь нашим ребятам на СВО. Здесь у нас изготавливаются маскировочные сети, шьем маскировочные халаты, также осуществляем сбор необходимых вещей для ребят наших бойцов на СВО. С самого начала мы совместно с ассоциацией ТОС, с ТОСами города Улан-Удэ изготовили маскировочные сети около 5000 штук размером 3х6. На сегодняшний день к нам поступают заявки от наших бойцов. Вот на днях мы отправили также гуманитарную помощь. Наши земляки нуждаются в поддержке не только в ТУ, но и на фронте. В пункт отбора на военную службу продолжают прибывать мужчины, готовые защищать родину. С каждым добровольцем в индивидуальном порядке работают инструкторы. Специалисты пункта доведут сведения о порядке прохождения медицинской комиссии для кандидатов на службу, подскажут моменты, связанные с оформлением утраченных документов, а также в целом разъяснят порядок получения социальных гарантий, которые определены согласно законодательству каждому военнослужащему и членам их семей. В Улан-Удэ работает пункт приема на контрактную военную службу, куда может обратиться любой желающий. Находится он на улице Боевая, 7А/2. Андрей Слепнев, Жагал Цариндашиев. Новости дня.